В связи с антикризисными мерами, как минимум до конца года, Росреестр будет проводить земельный надзор по новым правилам. Проверки отменены, теперь в приоритете профилактика нарушений. Цель профилактических визитов – это беседы, которые проводятся в очной или заочной форме. Беседа, связанная с недопущением нарушений земельного законодательства, связанная с недопущением самовольного занятия земельного участка, использования земельного участка без прав, неиспользование земельного участка, таких как садоводческих участков, огороднических участков, индивидуального жилищного строительства, иного строительства и связанные с недопустимостью нарушения разрешенного использования земельного участка и целевого назначения. То есть штрафов пока не будет. План проверок перешел в план профилактических визитов, и он сформирован и утвержден. Государственные земельные инспекторы уже освоились с новым типом работы. С начала этого года провели уже более 1300 профилактических мероприятий и выдали почти 350 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства. О визите обязательно уведомляют заранее. Во время него инспектор рассказывает о требованиях к участкам, их соответствии критериям риска, а также непосредственно о контроле в соответствии с категорией риска. У владельца же есть возможность узнать подробно о вопросах, по которым могут наложить штраф. Всю эту красоту на участке Николай Иванович Ледовских создавал вместе с семьей. Территория тут достаточно большая, нарушений при этом нет, законы владельцы соблюдают. Конечно, соблюдаем, Господи, мы же законопослушные люди, зачем нам какие-то проблемы с законом. Поэтому все у нас тут, все свидетельство о праве собственности, на тот дом и на другой все есть, все как положено. Платим налоги, проблем нет никаких. В свое время сосед у нас был, его номер, мы этот участок купили и как бы один его соединили, вот поэтому получилось здесь вот так. Ну, вы видите, все на ваших глазах, здесь получилась баня, там жилой дом. Ну, как-то так вот. Однако в случае, если нарушения есть и их не устранить, то после отмены моратория Росреестр уже сможет провести проверку и привлечь к административной ответственности. Штрафы начинаются от 5000. Их размер зависит от кадастровой стоимости участка. Дмитрий Сергеев, Илья Тырса, Ольга Кириллова, Область новостей.